Всем привет, друзья, с вами Пип, и сегодня мы посмотрим демку игры, которая называется House Flipper 2. Начинаем новую игру и посмотрим, что же нам тут сегодня предстоит сделать. В первую часть я не играл, поэтому я даже понятия не имею, что нам нужно будет в этой игре делать и чем предстоит заниматься. Так, привет, флиппер, сейчас ты сыграешь демо-версию House Flipper 2, выполняя задание из списка, чтобы превратить запущенную развалюху в прекрасный дом. Когда закончишь, можешь продолжить игру и вносить в проект свои собственные изменения. Совет, обрати внимание на книги, которые находятся в доме, они подскажут тебе, как пользоваться инструментами. Приятной игры. Ух ты, а тут красиво, какой-то маленький островочек такой. Так. И так, задание и чувство флиппера. Не знаешь, что дальше? Ничего страшного, тебе поможет чувство флиппера. В комнатах с ярко-желтым восклицательным знаком тебя ждут задания. Попробуй нажать R с каждым используемым инструментом. Чувство флиппера подскажет, какой предмет нужно продать, какие стены покрасить, где поставить окна и множество других вещей, которые необходимо сделать. Приятного поиска заданий. Так. Сделай все, что в твоих силах. Я надеюсь, что у тебя все получится. Кто бы не хотел жить в таком замечательном месте. Все, удачных переделок. Ну, окей. Так, не входить. Приватная зона. Частная собственность, типа. Так, наверное, нам надо, получается, убирать все это, да? Нет, наверное, мешок надо. О, все. Так. И на R, если мы нажмем, нам, типа, должны будут показать, что убирать. Ну и, в принципе, тут понятно. Так, и мы... Ага, вот что мы делаем. Мы берем мешки, весь мусор. И, короче, запихиваем сюда. Нам тут потихонечку надо привести все в порядок. Но я, кстати, не все тут могу брать почему-то. Так, на руки. Нет. Щетка. Это что такое? Инструмент флиппера? А, это типа... О, нифига, мы... А, флиппером мы можем, кстати, всю эту фигню продавать. О, смотрите. Прикольно. Даже деревяшки некоторые можем продавать. Вот это прикольно. Так. Ой, островок-то тут... Очень в плохом состоянии. Ладно, давайте вот тут приберемся. Смотрите, о, уже получше стало. Продаем. О, нифига себе. Мы даже зелень с дома можем продать. Так, дощечки. Нехрен им валяться без дела. Тоже продаем. Мы сможем на них что-нибудь потом, наверное, купить. Покрасивше. Так, смотрим внимательно, может быть, тут что-нибудь интересное валяется. Колесо, батарея какая-то. И вот, смотрите, мы по кругу уже немножечко прибрались. Даже какой-то шкаф тут есть. Так, ну шкаф мы явно продавать не будем. Так, конусы строительные продадим. Вот цемент тут. Балки какие-то лежат. Так, лестница... Так, нет, лестницу я не буду продавать, как я... А хотя это же строительная лестница. Ну, в принципе, ее нет пока смысла продавать, потому что там, видимо, нужно будет стенки отмывать, потому что я вижу, что они все там разрисованы. Так. Все. Так, а с деревом что мы можем делать? Кувалда. Так, а если... Подождите. А, ку. О, можем перевернуть. А как долбить-то? Ладно, давайте пойдем тогда посмотрим, что у нас в доме есть. Ух ты, тут мусора дофига. Так, наверное, надо все это относить. Так, хорошо. Давайте мусор соберем, чтобы у нас проход хотя бы открылся. Так, ну и что такое? Собираем мусор опять, да? Окей. Так, да особо-то мы тут взять-то ничего не можем. Так, мы что-то можем сквозь стену взять, серьезно? Опа, да, прикиньте, сквозь стену что-то взяли. Ну, давайте мешок тогда сразу кинем. Так, нет, не можем. А, что у нас еще есть? Уборка. Уборка. Да, мы можем оттирать тут.
Отлично, смотрите, оттирается все очень даже неплохо. Только непонятно, вот как вот эти доски убирать. Ладно, с этим мы тоже как-нибудь разберемся. Ой, мы тут тоже намалевали на стенах. Смотрите. Хотя нам зачем вот эти все доски оттирать, если нам надо их, наверное, как-то отдолбить. Нет? А как нам их отдолбить-то? А, мы их просто можем продать. Так, даже проще. Так, о, дощечки-то у нас начинают продаваться. Так, все нахрен продаем тут, чтобы у нас все было красивенько. Так, вот эту дощечку можем продать, и вот эту. Замечательно. Так, переходим к рукам. А книжки мы, короче, не можем брать. Ну, давайте откроем дверь. Ох ты, господи. Ох, как все плохо тут. Очень плохо. Так, давайте, наверное, продадим вот эту фигню, чтобы нам хотя бы пройти можно было. Офигеть. Да тут просто кошмар. Так, о, блин. В принципе, мы могли все помыть. Ну, вместо этого мы просто все продадим. Да потом можно будет купить, блин. Реально купить все заново. Смотрите, какая тут мебель. Кто, блин, с такой мебелью будет жить? Ну, давайте тогда с кухни начнем. Так. Вроде все, что можно было... О, нет, еще скалка. Вроде все, что можно было поднять, мы подняли. Теперь мусор собираем, банки всякие. О, блин, банка не забирается. Что ж такое-то? А продать мы ее можем? Да, можем. Так, щетка. Смотрите, шикарненько. Вот так все протерли. Вот тут у нас еще потолок прям грязный очень сильно. Чудесно. Смотрите, как у нас получилось все отмыть. Дальше что нам сделать? Блин, а тут... А я даже не знаю. Так, нет, это... А мы можем долбить эту стену? Да нифига мы не можем. Сильный удар, точный удар. А, так, подождите-ка. Тут же есть... Во! И шпаклевать-то будем. Вот так вот. О, отличненько. Нам типа нужно будет плитку. А где нам плитку купить? Так, давайте, наверное, сначала замажем все. Вот так. Лишнее не будем. То нам придется еще лишнюю плитку покупать. Так, чувство флиппера. Ну, нажимаем на R. Да вообще непонятно. Ну, типа... Типа показывается. Так, это хорошо. Tab. Продать. Мы не продали банку. Да мы еще до хрена чего не продали. Купить. А как нам покупать? Где у нас тут покупки есть? Хрен его знает, как покупки делать. Ладно, мы там стены замазали. Так, давайте все продаем. Все, что можем пока тут распродать. Поднос. Главное, поднос можем продать, а стаканчик нет. Забавно. Мы особо сейчас заморачиваться не... Ой, я свет продал нечаянно. Мы хотя бы посмотрим, какие тут механики есть. Так, сумочка чья-то старая. Хотя бы чего... Ой, батарею продал даже. Офигеть, короче. Надо избавляться тут от всего. Магнитофон. Баночки, фиганочки. Полки. Так, окей. Давайте... Так, нет. Подождите, нам надо еще вот это продать. И, наверное... Немножечко оттереть тут стены. Блин, а стены, я даже не знаю, тут шпаклевать их надо. Потому что, смотрите, они какие затертые тут. Тут и потолкам жопа просто. Тут, видимо, протечки какие-то были. Все-таки мы на острове находимся. И, скорее всего, тут у нас затапливает какие-то дожди, наверное. Давай-давай оттирай. Причем, смотрите, у нас некоторые белые. А вот тут даже не трется. Нифига. Ладно, давайте вот тут граффити ототрем. Все, шикарненько. Так, ну, вроде почище стало, да? Так, а как нам... О, у нас есть пылесос. О, нифига, смотрите, мы можем осколки тут убрать.
Блин, тут конкретную надо уборку делать. Офигеть. Ну, ладно, прикольно, что мы хотя бы можем тут стекла запылесосить. Так, а вот этот мусор как нам убрать? Ладно, пылесосом мы воспользовались. Давайте посмотрим, что еще мы тут можем. О, покраска есть. Так, подождите. Хотя нам, наверное, сначала вот этот мусор... Да. Это что, нам надо каждый мешок так выносить? А, мы не можем как-то побольше собирать, потому что, блин, ну серьезно, выносить. Взяли чуть-чуть, и у нас сразу мешок почти полный. Хотя нет, смотрите, набирается, в принципе, нормально предметов туда. Чпоньк, погнали дальше. Блин, там еще второй этаж. Там вообще, наверное, пипец. Так, вот обломочки, смотрим, что тут, где еще можно с пола собрать. Кирпичи. Все, ништячок. Так, что мы еще тут можем? Блин, тут тапочки валяются, тапочки мы не можем, короче. А, так. Так, а как нам выкинуть мешок этот? А, типа он у нас не полный, да, поэтому хрен ты что сделаешь. Давайте попробуем... Так. Нет, получается, надо щеткой, да, полы моются, да. Все, вот так вот мы все оттираем. Только после того, как мы вот тут все оттерли, мы типа это можем продать, наверное, да? Сейчас и доски сразу начнут продаваться. Да, и тапки, и доски. Короче, пока типа не помыл, хрен ты это продашь. Зашибись. Ну, в принципе... Логично, кто будет грязь всякую покупать. Так, вот эту фигню мы можем продать. И давайте щеточкой сейчас полы ототрем и попробуем с вами покрасить какую-нибудь из стен. Так, оттираем. Блин, тут еще такой пол хреновый. Тут, походу, придется еще и пол весь перестилать. Ну, что поделаешь. Так, а мы же еще можем тут строить, да? Че, мы еще не строили стены. Так, а че тогда вот так? Есть. Ага. Есть. Понятно. Так, суть я понял. Так, получается, нам вот тут надо сейчас сделать вот так. Опачки, есть кирпичик. И теперь вот так кверху. О, нифига. Смотрите, мы даже кирпичиками как укладываем прикольно. Так, чудесно. Так. Поверхностная отделка. А я не знаю, нужно нам это делать-то. Поверхностную отделку. Мы же плитку сейчас не будем класть. Нам же надо, наверное, обои, покраска. Так, а что мы тут можем покрасить? Так, чувство флиппера. Так, изменить... Ох ты, нифига, смотрите, у нас как эта фигня раздвигается. Но мы тут красить пока ничего не можем. То есть у нас покраска где-то в другом месте идет. То есть тут она не работает у нас. Что нам тут нужно сделать? Мы подходим к значку, и он у нас пропадает. Чувство флиппера мы врубаем. И я так понял, нам нужно тут все стены зафигачить. Только что с ними делать, непонятно. Умный дом, строение, разрушение. Во. Так, и нажимаем сейчас R. Ну, окей. То есть вот, нам показывает места... Где нам нужно делать? А, нифига, то есть я могу, смотрите, пометить какой-то кусок. Так, давай. Вот так, мы сейчас все переложим. Ну, блин, хреново не идет. А, не особо удобно, мышка тут работает. Да, тут, короче, получается, что на самом деле-то
Блин, чтобы один дом закончить, придется повозиться просто огромное количество времени. Представляете, сколько тут всего нужно сделать? То есть дом почти наполовину нужно заново отстраивать. Так мало того, что отстраивать, его еще, видно, нужно будет потом мебелью захреначить весь. Так. Пипец. Тут какая-то разная плитка еще лежит. Кто так делал-то? Что-то я не понял прикол, кто так клал плитку. Так. А зачем так сделано? Если тут лежит плитка одного вида, значит, она так и должна лежать. Так, ладно. Хотя бы следы не остаются. И вот тут еще надо все заделать. Пипец. Так, давайте хотя бы глянем, что тут еще у нас есть. Господи, какой тут срач. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А тут что у нас? Тут тоже срач. Давайте хотя бы пройдемся по дому, посмотрим, что тут есть. Так. Комната подростка. В очень-очень плохом состоянии. Господи, тут... Мне же показалось, что тут все в дерьме. Нет, это, походу, просто ржавчина. И... Да, у нас тут еще и балкон есть. С которым надо тоже будет разбираться. Охренеть, нет, тут очень много дел. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, тут даже, что просто хотя бы вот этот первый дом в демке сделать, я думаю, что очень много часов игры понадобится. Мне кажется, часов 10. Ну, потому что реально, вы представляете, сколько тут надо всего разобрать, сколько всего покрасить, помыть, убрать. Это все, ну, я, как вы видите, могу вам показать, что делается прям не за 5 минут. То есть реально все очень долго. То есть мы вот только продаем все. Денег-то у нас, в принципе, до хрена становится. Так, а тут что? А, это у нас дверь. Денег становится до хрена, ну и пока тут все разгребешь, уже просто устанешь. Вот мы ванную все продали. Замечательно. Ладно, пойдемте на улицу. Ой, не туда. Где у нас проход? Открываем. Блин, а это что такое? Не знаю, что это такое, но я не могу это продать. И чё? Блин, ещё и застреваем. Давайте посмотрим вообще, что тут еще у нас на острове есть. Журналы, журналы, куча разных журналов. Так, а мы же еще можем... Ага. Вот так вот, блин. Интересно было бы стены покрасить. Ну, чё-то не дают мне. Может быть, шпаклевки-то? Не, нифига, короче, видите, я не могу красить. То есть стены как-то красятся. А, я могу ломать даже тут. Могу ломать, но не то, что нужно. Так. Тут надо вообще заделать. Да, да, я понял. Тихонько. Как надо встать, чтобы удобнее было. Оп. Положили. А, нет, 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 нет. Куда ты нацелил? Да нет. Оп. Дай. Давай, делай. Не всегда удобно тут получается целиться. Ну, хотя бы. Хоть как-то. Так. И нет, нет. Вот. Сейчас мы хотя бы... Ой. А, что-то пошло не по плану, походу, у нас. Сейчас разрушим. Как раз кувалду попробуем. Ну-ка. О, прикольно. Бах, бах, бах. А, нифига, мы... Блин, сколько? Вот 2 слоя тут захреначили кирпич. Вот это... Блин, да давай долби. А, еще и мусор появляется. Зашибись. А, ну хоть... А вы видели, он, кстати, сам начал исчезать. Вот это уже забавно. Так. О! Прикольно, тут можно даже в 2 яруса класть. Ну-ка. Ну, поднимись ты наверх. Опа. О! Вс.
Ничего, смотрите, мы стену заделали хотя бы. Ну, молодцы вообще. Да, с домиком приходится разбираться очень много. Так, наверное, переключимся на руки. Нам уже сказали, что мы можем... Так, поднять. Да нифига мы не можем поднять этот журнал. Зато мы можем его прочитать. Так, это у нас продажа. То есть мы можем ходить и все журналы читать. Уборка мусора. Тут что у нас в этом журнальчике? Поверхностная отделка. Уборка. А кто-нибудь скажет, как нам обои-то поклеить? Строение. Строение мы попробовали. Во, покраска. Малярный валик — лучший друг каждого флиппера. Для того, чтобы покрасить стену, нужно купить краску. Зайди в магазин на таб. А, нифига себе, тут есть магазин. Да, вот он. Пропылесосить пыль. 2 из 3 мы сделали. Смотрите, продать. Нам осталось вот эту вот хрень продать. То есть мы выполним задание. То есть у нас 2 цветка. А, надо горшок. И банку. В принципе, все. И купить до хрена. Так, окна, блоки, квадраты. О, бирюзовая краска. Купить. Есть. Мы купили краску. Хорошо. Так, теперь, наверное, берем валик. О, окунули. Есть, мы можем красить. А что нам нужно красить? Ну? Или что? Подождите. А, нифига себе, вот как мы можем. Мы, короче, можем тут закрасить все. Смотрите, шикардос. Да я даже не знаю. Да мы и плитку всю эту можем закрасить. Вот так вот выберем. То есть, видно, когда мы... Смотрите, да, мы когда синим радиус задаем... Так, а давайте-ка увеличим. О! Так, чё? Краска закончилась. Мы когда видим радиус задаем синим вот этому... То есть мы за эту зону выйти не можем. А, смотрите, ну блин, на мышку-то как удобно рулить. Вот, все, я дуплил, как тут все делается. Удерживаем и просто на мышку вводим, смотрите. Вообще очень быстро. Все, шикарно. Мы покрасили. Вообще зашибомба. Ну и в принципе мы все тогда механики тут попробовали. Че, мы пошпаклевали, вот умный дом единственное. Я хрен узнает, что с этим делать. Это, видимо, вот какие-то вот эти штуки надо тянуть куда-то. А, это у нас звонок же, да? То есть нам надо какой-то колокольчик. О! И все. То есть мы, если нажимаем, включится свет. Да? Давайте сейчас руку выберем. Ну-ка. Включить. Да. Нет. Подождите, включился же свет. Что-то я не понял, а где он включился? А, где-то вот тут включился. Прикольно. В общем, вот такая вот игра у нас. Вот такая демка. В принципе, неплохо. Кто хочет, может попробовать скачать. Она бесплатная в Стиме сейчас. Любой может в нее поиграть. И на этом мы сегодня будем заканчивать с вами. Если вам понравилось это видео, обязательно поддержите его лайком, напишите какой-нибудь комментарий, это помогает каналу развиваться, немножечко больше просмотров набирать. С вами был Пип, до скорых встреч, увидимся, пока.